В первый день осени епископ Клинцовский Трубчевский Владимир совершил божественную литургию в Кафедральном соборе во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Клинцы. В этот день владыка отметил первую годовщину со дня своей архиерейской хиротонии. Ровно год назад Господь призвал иеромонаха Владимира, до того являвшегося настоятелем столичного храма святых Бориса и Глеба в Зюзине, к величайшему апостольскому служению в сане епископа. Его рукоположение в сонме архиереев совершил святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл в Большом соборе Донского Ставропигиального мужского монастыря. Спустя год, в первую годовщину архиерейства, несмотря на будничный день помолиться со своим архипастырем, собрались многие прихожане кафедрального собора. Архипастырское служение – всегда тяжелый труд. От всей души мы поздравляем нашего владыку Владимира с этим значимым для него событием. Желаем ему терпения и мудрого Богу служения. Пусть его молитвы силу имеют, пусть душу любого верующего слова обогреют. Многое ему и благая лето. После богослужения епископ Владимир отметил, что в своих заботах и трудах без помощи духовенства и прихожан он не сможет совершить тех дел, которые намечено совершить во веренной его управлению епархии. Когда мы вместе, в единстве совершаем общее дело, молимся, то Господь и благословляет всякое начинание, и оно успешно завершается. А нам еще много предстоит и продолжение строительства нового кафедрального собора в нашем граде, строительство и других храмов, и в нашем граде, и в других весях нашей епархии. Предстоят еще очень много дел. От имени всего духовенства кафедрального собора правящему архиерею была преподнесена митра, символизирующая небесный венец.